Всем привет, с вами Алекс Сенгин и Руслан Энгин. И сейчас мы отправляемся в Нюрнберг, чтобы показать рождественский город, как проходит Рождество, Сочельник, Новый год в Германии. Предновогоднее настроение. Йо-ху! Так, ребята, сейчас мы отправляемся в Нюрнберг. Сегодня мы покажем вам рождественский новогодний Нюрнберг. Там будут везде стоять всякие светлячки, всякие фонарики. Будет интересно, и самое главное, будет круто. И поэтому будет весело. Покажем вам этот город. А сейчас я щелкаю пальцем. Давай. Ты не умеешь щелкать? Я умею. Опля! Скажи свое мнение, что ты думаешь? Мое мнение не зависит от вас. Мы сейчас едем в поезде, все, я думаю, то, что все вы увидите своими глазами, как там будет интересно. Дух Рождества приходит в Германию намного раньше, чем наступает сам Сочельник, то есть вечер Рождества. Примерно за месяц до праздника начинают украшать улицы, городские площади и витрины магазинов. В это же время можно заметить прохожих, которые закупаются подарками для родных и близких. На рождественских рынках, которые располагаются на площадях, или как в переводе на немецкий «Marktplatz», то есть рыночные площади, которые основались в городах Германии аж с королевских времен, можно встретить небольшие лавки, где можно приобрести новогодние сувениры, а также остановиться и отведать рождественских пряников и чудесный напиток, который называется «Глинтвейн». И вся эта идиллия поможет добавить еще больше волшебно-праздничной атмосферы с приятным холодком и снежинками на ресницах. Лично для меня Рождество всегда ассоциируется с такими фильмами, как «Один дома», «Семьянин» и «Рождественский коттедж». Их просмотр прибавлял мне праздничного настроения, я не мог представить этот праздник без них. Кстати, на Западе Рождество отмечают более обширно, нежели чем сам Новый год. Ну а вас мы поздравляем с Рождеством и наступающим Новым годом. С праздником, друзья! Потанцуй, чувак! Свои танцы включай, давай! Получается, мы здесь, в общем-то, вот там колодец. Там и деньги, прикинь. Можешь собрать мелочь. Желание? А, колодец, желание. А, это колодец монет. Я хочу, да, тоже загадать. Давайте загадывать все по очереди. Оказывается, это так называемый колодец желаний, куда бросаешь монетку, и твое желание сбывается так. Да, и сейчас мы загадаем желание, но я не буду его озвучивать, потому что сами знаете, желание это... Не озвучивается. Желание не озвучивается. Я тоже попробую загадать желание. А то не сбудется. Вот, вот монета. Все. Кидай монетку. Загадывай желание. Я думаю, подождите. Дайте подумать. Я хочу Lamborghini, я хочу много денег, большой дом, пожалуйста. Пусть это желание сбудется. И счастье всем, всем моим близким, мне и здоровья. Получается, сейчас осталась моя очередь кинуть эту монетку и загадать желание. Конечно, желание я озвучивать не буду. Вином пахнет. Запах вина. Да, вина, потому что это Глинтвейн. Ёлочка, ёлочка.
Находимся в самой глубинке Нюрнберга. Аслан? Мы сейчас идем. Че, куда мы идем? В центр Нюрнберга. В центр. В глубинку Нюрнберга. Да, в сердце. Да. В самое сердце. Мы не пропагандируем курение, но просто получилось так, что мы смотрели трубки для курения. И тут обнаружили брецель. Я не знал, что в курительном магазине продаются немецкие брецели. Это немецкие булочки. Опусти камеру пониже. Тут кое-что интересненькое у нас. Давай еще ниже. Еще ниже. Еще плейбой. Я очень голоден. Танцуй, братан! Давай танцуйте! Вот он, стенд этой Нюрнбергской ярмарки. Как тебе? Вот он. Да. Много всего. Чувак, это то, что я думаю, или что? Выращивается тут. Не думаю. Просто в магазине такое. Ланс, прокомментируй это. Ну, это довольно-таки интересные, забавные вещи для шуток. Это точно. Манфред, что ты думаешь? И как-то нужно сходить сюда. Вот это, кстати, швейцарский чай, он легальный, его может пить даже до 18 лет. Манфред, скажи что-нибудь. Ай. Скажи что-нибудь продвинутое. Человеческая жизнь – это лишь период финальный. Я ничего не понимаю. Да. Привет, ребята, йоу. Снег, мне холодно. Мне холодно. Тебе холодно? Да. Мне тоже надо. Я подбородок. И на сегодня, скорее всего, мы прерываем наш репортаж, наш новогодний влог, поскольку идет снег. И у нас камера промокнет потом и не будет работать, и мы не сможем в дальнейшем снимать какие-то другие видео. Поэтому с вами был я, Алекс Сенген, Аслан. И с вами был Ланс Коллинз. И Манфред.